Я приветствую вас, дорогая церковь. Новая неделя, новая возможность прославить Иисуса Христа, новая возможность рассказать Евангелие, новая возможность применить в жизнь то, что мы слышим на воскресных собраниях, на домашних группах, новая возможность для того, чтобы укрепиться в Боге, укрепить веру свою и прославить Иисуса Христа на этой неделе. Хотелось бы поделиться одним местом из Писания, но чтобы в этом месте из Писания мы посмотрели на сердце Иисуса Христа, на отношение Иисуса Христа к людям. Я точно знаю, что если спросить каждого, слушай, как Иисус относится к людям, они точно скажут, он любит людей, он пошел на них на Голгофский крест, он отдал свою жизнь, он полностью посвятил себя. И сегодня, будучи верующим человеком, мы говорим, что Иисус в нас, Иисус среди нас, Иисус помогает нам, тем самым продолжая проявлять свою любовь к каждому. Но очень часто я был свидетелем таких высказываний о том, что вот фарисеи и саддукеи, и учителя Израиля, вот это такая категория людей, которым Иисус все время рассказывал, как правильно поступать, и которых Иисус все время докорял, которым Иисус все время говорил, что они неправильно живут. Но знаете, я глубоко убежден в том, что если бы Иисусу было все равно, и если бы он не любил фарисеев, если бы он не любил бы саддукеев, если бы он не любил бы учителей Израилевых, он бы не говорил с ними. Он прекрасно понимал, что это образованные люди. Он точно знал, что эти люди имеют влияние на людей, которые находятся в их общинах. Он точно знал, что эти люди знают Писание. И он тоже понимал, что Бог Отец послал его на эту землю и ради этих людей. И мы читаем с вами Евангелие и видим, что много... Некоторые из тех людей, которые были на Синедрионе, они пришли к Иисусу. Кто-то пришел ночью и узнавал, задавался вопросом, как возможно родиться второй раз. Кто-то присутствовал на Синедрионе, а потом мы читаем, что он становится последователем Иисуса Христа. То есть та работа и та любовь, которую Иисус проявлял к фарисеям и к учителям Израилевым, она оставила свой плод. И вот одна из этих историй. Одна из историй, которая написана в Евангелии от Луки, 14 глава, с 1 по 6 стих. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских». Опять же начальник фарисейских. Не просто к фарисею, а начальнику фарисейских. С какой целью? «Вкусить хлеба, и они наблюдали за ним». То есть они пригласили к себе его домой, говорят, давай покушаем, и при всем этом пристально наблюдали за ним. И вот предстал перед ними человек, страждущий водяной болезнью. И тут появляется среди этого всего мероприятия, появляется человек, у которого водяная болезнь. В основном водяная болезнь, она была смертельной, потому что эта жидкость, она появлялась в организмах, в тканях, на разных этапах. На сегодняшний день это можно назвать ее водянкой, это там тоже так называлось. Это когда отказывает печень, и очень часто последствием водяной болезни является раковое заболевание. То есть этот человек, скорее всего, был обречен на смерть. Но при всем этом, по этому случаю, Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли исцелять в субботу? Первое, что он делает, он задает вопросы, бьет сразу в десяточку. Он и говорит им, слушайте, как вы думаете, я мог бы исцелить этого человека? Слушайте, а как вы думаете, родственники были бы рады, если бы он был бы исцелен? Нет, он так не спрашивает. Он говорит, слушайте, друзья, позволительно ли в субботу исцелять? Другими словами, он говорит, то, чему вы учите, и сейчас я хочу его исцелить. Знаете, какой последовал ответ? Его не последовало. Они молчали. Так и написано, они молчали. Иисуса реакция на их молчание, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. После этого, при этом сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащить его и в субботу? И опять никто из них ничего не мог ответить. Опять написано, и не могли ответить ему на это. Потому что они понимали, что если бы вол или осел упал бы в колодец, конечно бы его доставали. Конечно бы его оттуда вытащили. Но а что уже говорит о человеке, который вот пришел с нуждой? Ну да, можно было сказать, ну пусть будет воскресенье, понедельник, там не умер столько времени, вот умрет, не умрет и до завтра. Но Иисус
бьет им по их учению. Иисус показывает им, что, ребята, надо быть выше этого всего. Ребята, нужно смотреть дальше. Я не пришел для того, чтобы вы соблюдали и дальше субботу. Я не пришел для того, чтобы вы дальше соблюдали обрезание. Я предам себя в жертву для того, чтобы прекратились разного рода жертвы, потому что они не будут иметь силы. Я открою доступ к Богу Отцу для каждого из вас. И это проповедь Иисуса Христа по отношению именно этих начальников фарисейских, тех людей, которые там находились, это было проявление его любви к этим людям, которые кардинально по-другому смотрели на все происходящее. Учение которых было полностью, оно отрицало Иисуса Христа. И по сегодняшний день, к сожалению, огромное количество иудеев все так и ждут Мессию. Все так и не поверили в того, который приходил. Но любовь его, которая осталась, она будет беспокоить их всегда. Друзья, в нашей жизни будет много людей, которым будет неинтересно. В нашей жизни будет много людей, которые будут научены, у которых будут свои субботы. Люди, которые будут глубоко убеждены, что должно быть вот так или так, их так научили. Разных деноминаций, возможно. Возможно, люди, которые просто считают, что они в кого-то верят, и тот, в кого они верят, он имеет силу. Но наша с вами задача не вступать с ними в словопрение. Наша с вами задача не осуждать их. Наша с вами задача не ставить себя сверху и говорить: «О, ты ничего не понимаешь». Наша задача любить этих людей. Наша задача научиться выслушать этих людей, для того, чтобы потом они были готовы услышать нас. Наша задача найти место для этих людей в нашем сердце. Но, дорогая церковь, я точно знаю, что если я в теле Иисуса Христа, если каждый из нас в теле Иисуса Христа, то Иисус нас. И Он поможет и освободит место в наших сердцах. Пусть Бог, друзья, ведет нас и дальше. Пусть сердца наши будут готовы принимать людей с ихними субботами, с ихними уставами, с ихними правилами, для того, чтобы Божья любовь открылась не только нам. Бог пришел в этот мир не для того, чтобы мне стало хорошо, а для того, чтобы я своей жизнью прославил Его. Прославим Иисуса Христа на этой неделе и будем радоваться вместе с Ним. Аминь.